Девчонки, всем привет! Хочу снять видео по завершению своего маленького проектика от NeoCraft «Фея пышного теста». Закончила я ее уже давно, наверное, где-то с неделю назад. Отшивала я ее 3 вечера, если так в полной мере, потому что я поотшивала, бросила, занималась вязанием, вязала ребенку поделки в детский сад, там овечку, сани делала, овечка в этих санях, снеговичка связала, снеговичок ее везет на саночках к нам, как символ года 2015, елочку связала, ну, в общем, все такое красивенькое получилось, но видео по этому поводу не сняла, как-то, не знаю, почему не сняла, но не сняла, вот, и хочу, потом дошивала вот эту девочку свою. Хочу с вами поделиться своими впечатлениями по отшиву этого набора. Несмотря на то, что этот набор очень маленький, 18×21. Но дело в том, что здесь ниточки финка, которыми я отшивала впервые. Я просто получила максимальное удовольствие от этого отшива, так как эти ниточки, девочки, поразили меня своим, то есть, качеством, своей мягкостью, своим таким совершенством, потому что эти ниточки совершенно не запутываются. Они ложатся очень ровно. Замечательные, девочки, ниточки. Я не знаю, никогда не слышала, чтобы кто-то делился своим мнением по поводу этих ниток. Все говорят за DMC. DMC я еще не отшивала ни разу. Думаю, что в скором будущем я попробую эти ниточки. И, конечно, тогда я уже сравню их с ниточками финка. Все познается в сравнении, как известно. И поэтому тогда поделюсь своими мнениями, скажу, что лучше, что хуже, но ниточки финка в данный момент, я еще раз хочу повториться, просто они повергли меня в восторг. До такой степени они классные, реально классные нитки. Я бы еще бы подшивала такими ниточками на равномерке, тем более, конечно, я до такой степени полюбила равномерку, то что сейчас мне очень тяжело переходить на канву. У меня набор недошитый, волшебная колдунья, осталась 4-я часть картины, я никак не могу приняться за нее, мой уже долгострой, потому что сейчас после равномерки мне вообще тяжело переходить на канву. И я решила себя подготовить к этой волшебной колдуне. Сейчас покажу, что я, мой текущий какой процесс, начала я новый. Это вот всем известный набор от Dimensions Golden Collection, розы и кружева. И, конечно, сейчас мне очень тяжело его отшивать на вот этой конве 18 каунта. Но вопрос не в том, что она мелкая. Нет, я отшиваю волшебную колдунью тоже на 18 конве. Для меня это не проблема. Проблема в том, что эта канва просто деревянная совершенно и не имеет свойства никаких мягкости. Ее невозможно проколоть. Иголочка, которая лежала в этом наборе, иголка совершенно тонкая. Она вся гнется, скрипит под этой канвой. Ну, просто реально она не может выполнить своих функций никаких. Поэтому я взяла иголку от РТО, 28 размер. Я люблю эти иголки, я просто, ну, их, в них влюблена. По сравнению с Pony 28, Pony 28 их просто надо выкинуть весь этот набор, даже не думая и не сожалея о том, что он у тебя есть. Ими вообще нереально шить ничего. Ну вот, девочки, я сейчас отшиваю. Это вот за 3 вечера я отшила здесь только. Вот сравните. 3 вечера это вот он наборчик, да? И 3 вечера NeoCraft. Ну, конечно, там всего лишь NeoCraft 19 цветов. Никто не спорит. И равномерка. Здесь, естественно, уже и техника посложнее, канва посложнее, крестиков одиночных. Ну, сами знаете, Dimensions есть Dimensions. Результаты зато повергают в шок всех, потому что результативность такая, что красота невероятная получается. Ну, ниточки я никогда не разбирала. Я также пользуюсь теми же органайзерами, которые здесь имеются.
Вот так же вот. Я просто остаточки нитки делаю дыроколом дырочки напротив номеров и туда их вставляю. Здесь простая у меня организация. Вот здесь у меня схемка, здесь у меня моя игольница, которую я очередную новую шила. Самое интересное, что у меня игольниц никогда не было. У меня была одна игольница, которую когда-то делала моя сестра, еще будучи жив здесь с мамой, с обыкновенного какого-то материала. Потом, когда я начала отшивать животных, выспы животных своих, кошек, я сделала себе, у меня была игольница клубника, малина такая вязаная. Потом, когда я перешла, ну, долго я вышивала с помощью той игольницы, потом я сделала себе другую игольницу, вышила ниточками кировскими, вы видели ее, я вам ее показывала уже, эту игольницу, вот она такая. Вот теперь я ее уже отложила, она у меня в другом занято действие. Теперь у меня вот эта маленькая игольница с такой вот овечкой. Ну вот все, что, девочки, хотела вам рассказать. Конечно, когда я хотела начинать отшивать этот набор, я думала вообще купить равномерку и отшивать на равномерке его. Но так как мне не терпелось начать вышивать, потому что мне чесались руки, а девушку я свою не захотела шить, я начала этот набор, но думаю, как раз я его отошью, привыкну к канве, перейду на канву волшебной колдуни. Хотя там канва гораздо мягче, может, того, что она уже давно вышивается. Или, мне кажется, она и была мягче. Сейчас здесь, конечно, канва просто, я согласна с Наргиз, не знаю, очень деревянно, очень. И ниточки здесь вот путаются постоянно, все. Ну, в общем, все, конечно, не такие нитки, как финка. Финка гораздо лучше. Мне они понравились очень. Так что вот так, девочки. Вот такой мой маленький отчет о моих текущих процессах. Всем легких крестиков. И пока-пока.